задача поймать здесь два предлагательных. Белая и бриллиантовый. Вдвоем. Отгадайте, кто из них кто. Белая, кстати, не в белом, а бриллиантовый не в бриллиантовом. Это вы. Спасибо, вы тоже блондин. Витя, загадывай желание. Мы два белых. Ну ладно, загадывай, Витя, только про себя. У меня бриллианты есть. А, у тебя есть, ты же не показываешь вот так вот, поэтому ничего не видит. Вы пройти хотите? Проходите. Конечно. Это у нас модели обычно ходят перед камерой, поэтому разрешаем. Вопрос такой, ребята, агентство «Мы счастливы». Мы счастливы? Мы счастливы. Мы счастливы. А теперь проверим вас на артистизм. Значит, сначала это должно звучать как вопрос. И мы счастливы? И мы счастливы? Не, ну это не так. Надо как-то совсем удивленно быть. И мы счастливы? О май гад. Гад. Май гад. Слушай, а теперь утвердительно. И мы счастливы? Не, он над нами издевается просто. Давай по делу. Давай, начинай. Если знаешь как, начинай. Так как программа называется? Программа как называется? The People Star. People Star, да? С вами Таша Белая, Виктор Бриллиантовый, Сергей Мудров для People Star. Всем привет. Причем вы все находитесь в корпоративных цветах все. Красный, черный, белый. Да, мы в тренде. В тренде. Ну что, ребята, вот агентство «Мы счастливы». Что, как вы думаете, можно пожелать такому агентству с таким названием, когда и так уже все счастливы? Не знаю. А, что пожелать? Да. Чтобы были еще более счастливее, счастливее-пресчастливее. Это сказала блондинка. Чтобы были счастливы. Да поможет вам вселенная. Хорошо, а теперь надо пожелание Степе личное, можно прям. Ой, Степы побольше хитов, он у нас тоже творческий человек, не только как ведущий, но и певец. Ну вот побольше хитов и оставаться таким же позитивным человечком, как он и есть. Я обычно людям желаю благоразумия, потому что когда есть благоразумие, есть все. Как вы думаете, сегодня наблюдаем благоразумие или не совсем? Благоразумие? Ну, безусловно. Я не услышала вопроса. Мы наблюдаем благоразумие сегодня или нет? Или мы счастливы просто? Иногда, знаете, ребят, люди могут нажраться и говорить, мы настолько счастливы, что нам вообще все по барабану. Тоже нормальный вариант. Да мы настолько счастливы. Что у нас есть благоразумие. Представьте, агентство «Мы счастливы» совместно с агентством «Нам по барабану» проводит какую-нибудь вечеринку. Мы счастливы совместно с агентством Fashion House. Вадиму Бореевичу привет. Давайте поздравим еще и Вадима Бореевича как отца. Да, Вадим Бореевич, мы вас поздравляем как отца. Томочка, с днем рождения, счастья, любви. Вадим Бореевич, вы крутой. А кто знает, сколько лет Вадим Бореевич счастлив особенно? Сколько лет Вадиму Бореевичу? Сколько лет счастью Вадиму Бореевичу сегодня? Мы этот секрет не можем открыть. Это личный вопрос Вадиму Бореевичу. Я его открою. 7 лет. 7 лет? Да. Ну что ж, ребята, и наконец вопрос, как вот, что, где, когда. Какие мероприятия нельзя, чтобы проводило, ну то есть, какие мероприятия нежелательно, чтобы проводило агентство «Мы счастливы», потому что оно слишком радостно звучит? Похороны. Раз. Ты читала мою информацию в голове. Ну давай. Поминки, хорошо. То есть это второй день, да? Да, второй день. Второй день. То есть, итак, мы проводим наше... Развода... Сегодня... Разводы. Не, развод мы уже обсуждали. Развод — это еще интересно, потому что есть люди, которые счастливы, что разводятся. Господи, какой там еще праздник? День проктолога можно проводить агентство «Мы счастливы»? Почему нет, конечно. Хорошо. Еще там день, например. Это Карутто. Они счастливы. Ну еще какой-нибудь, придумайте какую-нибудь ерунду, которую нельзя. Потом Степ все будет смотреть, будет уже знать, что ему тут рекомендуют. День сатаниста. Кстати, хороший момент. Ну, они могут быть счастливы сами по-своему, да. И, наверное, а Новый год можно? Мы счастливы. Конечно. Новый год можно. Так, 8 марта. Можно. 23 февраля. Можно. Нужно. Почему? День Конституции. Мне показалось День Косяка. День Косяка, мы счастливы. Ну ладно уже, тут все понятно. Ну что ж, друзья,
Бриллиантовые и Белая прощаются с вами сегодня с агентством. Мы счастливы и желают Стёпе. И мы счастливы вместе. Да, Белая. Нет, не так. 3-4. И мы счастливы. Дом 2. До новых встреч, друзья. Все счастливы сегодня.